До 20 августа пчеловоды пасеки Тюриных из Тамбова будут торговать медом в Твери. Наша съемочная группа побывала в двух местах – в торговом центре «Олимп» и в бизнес-центре «Тверь» и подготовила материал, какой мед привезли и по каким скидкам. Когда сезон сбора меда подходит к концу, тамбовские пчеловоды Тюрина с удовольствием приезжают в Тверь. В августе Тюрины привезли более 20 сортов свежеоткачанного меда, прополисную мазь, продукты пчеловодства, пыльцу, забрус, пчелиный воск. Свежеоткачанный у нас донник, гайчишный, разнотравие, луговой, липовый, липомалина, черноклен, молочай, наша гордость, молочай, черноклен, еще много-много других. Покупатели меда у пчеловодов Тюрина хорошо знают. Их продукт всегда качественный, вкусный, соответствует ГОСТу. В дни работы ярмарки всегда действуют выгодные предложения. 4,5 килограмма цветочного меда за 1000 рублей. Кроме того, есть другое предложение, не менее отличное. При покупке 5 килограммов меда 6 можно купить в подарок. При покупке 3 литров одного вида меда скидка 17%. Купить мед у пчеловодов Тюриных из Тамбова можно в двух местах – в торговом центре «Олимп» и в бизнес-центре «Тверь» с 10 часов утра до 19:00. Я очень люблю гречишный мед. Я в прошлом году здесь его брала, мне понравился. Он очень вкусный, ароматный, он хоть в выпечку прекрасно идет. И так его есть. Вкусный, хороший и, наверное, очень полезный. Я с него иногда засыпаю хорошо. Вот беру мед, сейчас возьму еще пыльцу для поднятия иммунитета. Тамбовские пчеловоды Тюрины каждый август радуют своих покупателей не только новым урожаем, но и его освящением на медовый спас. 14 августа пчеловоды приглашают на молебен и чин освящения. Приобрести мед у Тюриных можно до 20 августа в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29.